Всем привет! Привет из Москвы! Вы на канале «Весна в саду», меня зовут Вероника. Я занимаюсь размножением красоты. Как это? Это я размножаю цветы, коллекционирую, продаю и таким способом зарабатываю. Одним словом, занимаюсь продажей рассады цветов. И сегодня я черенкую пеларгонии. Но не обычные пеларгонии розыбунные. И хочу с вами поделиться, как я это делаю. Приглашаю вас посмотреть. Давайте посмотрим. В моей коллекции около 40 сортов пеларгоний. У меня пеларгонии в основном розыбунные. И остались из них вот розыбуда Red, как видите, это Айна, розовая вот такая, тоже красота. Я на их примере покажу вам, как я формирую. Мы формируем старый куст, потому что он разросся, посмотрите, какой уже и этот, на подоконнике они у нас уже не уместятся. Заодно остатки, которые остаются, мы размножаем. И с чего я начинаю? Сначала обрабатываю инструмент. У меня тут дезинфицирующее средство на основе хлора. Так, вытерли хорошенько ножницы. Взяли растение. И что я делаю? Я оставляю где-то, посмотрите, оставляю одно междоузле. Вот, и срезаю, все, срезала. Убираю лишнюю. Вот черенок, один черенок. У меня вот такие контейнеры, я сюда их складываю. А чтобы не подписывать каждый контейнер, я просто кладу сюда цветок. Я знаю по цветам, знаю сорт. Потом, когда уже буду высаживать, я уже подпишу тару, в которой буду высаживать черенки. Так, дальше отрезаю, оставляю сантиметр 5 и отрезаю. Конечно, видео не для слабонервных, сразу скажу. Поначалу жалко все это делать, конечно. Очень жалко, но это нужно делать. Посмотрите, вот такие вот ветки. Можно обломать вот так. Когда отрезаем лист вот этот, то мы не прямо около стволика, а где-то через пол сантиметра вот так, потому что отсюда из пазухи может выйти новый росток. И вот так ровненько отрезаем. Вот этого достаточно. Здесь у нас где-то около 5-7 сантиметров. И убираем сюда в корзину. Самое важное, друзья, в черенковании пеларгонии, это то, чтобы оставлять ее, чтобы подсох срез. Я поначалу не знала, резала и сразу пыталась укоренить. Естественно, она сгнила. Но это было давно. А сейчас я уже до такой степени напрактиковалась, что могу даже сейчас покажу вам, какие черенки укоренить, и они укоренятся. Вот такой черенок, он у меня укоренится. Здесь уже 2 сантиметра. Вот такой могу оставить, и он у меня тоже укоренится. Смотрите, какой. Я вам сейчас покажу. У меня в стеллаже черенки, которые я укоренила уже около месяца назад, в начале еще октября. И я вам обязательно покажу, как они уже укоренились. И вот даже такой черенок укоренится. А если не укоренится, ничего страшного. Но выбросить жалко, конечно.
вот так. У пеларгонии корни образуются. Ну, больше всего корней, конечно, возле узла, вот здесь вот, и быстрее. Ну, а так образуется, неважно, где вы отрежете. Они образовываются, корни вот здесь вот так по кругу, под вот этой вот корочкой. Вот так. Вот, а из этого вот отрезаем бутон. Вот этот. Старые листья стараемся убирать. И вот посмотрите, видите, какой черенок? Я из них сделаю два черенка. Вы, если боитесь, можете оставлять один. А я сделаю два. Я, как говорится, мне нечего терять. У меня их много. Они укоренятся все. Вот. Такие у меня получаются черенки. Оставляем, посмотрите. Видите, идет ветка. Одна вверх и боковой побег. Боковой побег я оставлю, потому что здесь ниже, вот отсюда проснется, может быть, почка, надеюсь, вам видно. Вот этот побег оставляю, а остальное отрезаю. Так. Убираем старые листочки. Так. И вот то, что оставила я, вот этот побег, он новый, как видите. Я его вот так вот тоже отрежу. Вот. Вот у меня черенок. А вот отсюда, из вот этих пазух, выйдут новые побеги. Вот здесь уже видно, что почка проснулась. Надеюсь, вам все видно. Все. Это мы сделали. Потом я беру шило, немножечко вот так рыхлю, потому что ком за лето у нас уже окаменел немного. Нужно разрыхлить, чтобы к корням поступал кислород, чтобы они дышали. Вот так. Разрыхлила и поливаю. Поливаю немножко. Совсем чуть-чуть. Конец октября, уже растениям столько воды не нужно. Да и потом мы срезали же основную массу. Тут осталось немного листочков. И поэтому сильно поливать нельзя, а то корни сгниют. Хочу вам показать, как после обрезки развивается пеларгония. Видите? Вот здесь хорошо видно. Вот он срез. Здесь было отрезано. Так, вот это. Вот здесь было отрезано. Видите? Раз, два, три, четыре, пять. Пять почек проснулось на где-то 3 сантиметрах. Здесь тоже раз, два, три почки на 2 сантиметрах. Тут, посмотрите, все почки проснулись. Еще хочу показать вот такой пример. Здесь одревесневшая уже ткань. И казалось бы, что тут? Тут уже ничего не выйдет. Нет, посмотрите, все почки просыпаются. Маленькие почки, вот видите? Надеюсь, вам видно все. И вот так с каждым кустиком. Каждый кустик. Вот это Red Pandora. Вот это Red Pandora тоже после обрезки. Посмотрите, вот он. Срез старый. И посмотрите, вот из пазухи. Раз побег, два побег. Вот, посмотрите, как развивается. Тоже кустик развивается. Даже с бутоном, посмотрите. Какой у нее бутончик. Еще сейчас покажу вам. Вот здесь вот. Вот этот сорт у нас. Розебуда Ред. Вот, которую мы с вами... Я вам показывала, сейчас буду резать. И посмотрите, какой
То же самое, видите? Старый срез и как почки проснулись. И неважно здесь, одревесневшее или зелененькое, все просыпается и кустится. Так что не бойтесь, друзья, резать, не бойтесь стричь ваш пеларгоний, им только лучше станет. Это стимулирует рост новых побегов, и таким образом вы омолаживаете ваши растения. Нужно стричь. Я раньше тоже не стригла, пока у меня не спартанула одна пеларгония. Только после этого я стала коллекционировать, интересоваться, изучать этот вопрос и так далее. Вот, друзья, пока подсохли наши черенки, я приготовила грунт. У меня торфосмесь с перлитом. Увлажнила вот до такого состояния. Теперь беру, у меня такое приспособление самодельное. Это не карандаш. Делаю такие ямочки, отверстия. Не пользуюсь никаким укоренителем, никаким корневином. Раньше пользовалась, сейчас нет. Не вижу смысла. Посмотрите, видите, срез уже не блестит. Надеюсь, видно вам. Он уже не блестит, он уже подсох. Все, значит, готов. Заглубляем сантиметра на 2 максимуму и прижимаем. Хорошенько прижимаем. Это у меня сорт Денис. Вот такой вот цветок у него. Смотрите, какой. Это у меня сорт Денис. Видите, какой. Кого, друзья, интересуют черенки, я продаю, рассылаю почтой. У меня есть уже укорененные черенки, хорошенькие. Поэтому я оставлю ссылку в описании к видео на мой Instagram. И можете в директ мне написать. Или можете на WhatsApp писать, кого интересует пеларгонии. А еще можете пройти по ссылке, посмотреть видеообзор моих пеларгош. Все укоренятся. Вот как раз 9. Я их всех укореню в кассете. Смотрите, какие красотки. Вот, уважаемые друзья, убрала я свои череночки в стеллаж под лампами. Я им включаю свет в 8 утра, выключаю в 9 вечера. И вот так, пока они не подрастут, будут здесь находиться. Такие черенки у меня получились. А вот эти череночки, они были срезаны 3 октября, вот там написано. Вот, и как видите, хочу вам показать, видите, вот какой черенок. И ничего, растет. Вот еще такой вот черенок. Сейчас достану один. Там подальше, ведь я смотрела, корней нет. А вот здесь, мне кажется, что-то есть. Да, действительно. Вот видите, какой черенок. Видите? Вот такой. Вот по руке. Ну, наверное, 2 сантиметра он. И, пожалуйста, вот корешки. И не сгнил. Ничего. Так что пробуйте, все у вас получится, и не переживайте, что не получится, или нужно обязательно какие-то специальные срезы им делать. Нет, самое главное, да, вы видите, даже здесь нет следов от корневина. Я корневином не пользуюсь уже. Самое главное, им подсушить нужно хорошо срез, чтобы срез был сухой. А я желаю всем здоровья, удачи. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока-пока.